А вот машине скорой помощи сегодня ночью противопожарные средства не помогли. Карета загорелась прямо во время вызова на Яграх. Огнетушителям спасти автомобиль не удалось, но благодаря оперативным действиям водителя уцелело оборудование. Подробности у Сергея Курбана. Крики и шум на улице разбудили этой ночью жителей Приморского бульвара 38. Один из них вышел на балкон с мобильным телефоном и снял эти кадры. На улице горел автомобиль скорой помощи. Пламя быстро распространялось по машине. По словам свидетеля, ЧП рядом с автомобилем находился водитель. Свои впечатления северодвинец изложил в письме. За считанные минуты пламя охватило всю машину, пошел сильный дым. На видео слышны взрывы. По словам врачей, взрывались кислородные баллоны, колеса. Минут через 15 приехало еще две машины скорой помощи. В 5 метрах от машины стоял огнетушитель, видимо, его заело. А водитель усиленно пытался спасти оборудование. Автомобиль загорелся в ходе, значит, эксплуатации. Значит, там предметов, материалов, указывающих на умышленные действия, нет. Предварительная причина, значит, ну, здесь основная причина – это, значит, неисправность системы узлов и механизмов транспортного средства. Что именно, будет видно в ходе проверки. Как отмечает руководство станции скорой помощи, автомобиль был хоть и не новый, но исправный. Для организации это большая потеря. «Газель» работала на линии с 2007 года, недавно прошла техническое обслуживание. Один такой автомобиль может стоить более 800 тысяч рублей, но если бы не ответственность водителя, ущерб был бы значительно больше. Водитель сделал все правильно, все действия ибо квалифицируются как правильные. Отъехал от близ стоящих автомобилей, иномарки рядом были. Попытался огнетушителем потушить пламя, но не получилось. Максимально, что смог сделать, это вынести оборудование и спасти его. Пожарные дознаватели отмечают, как правило, при возгорании автомобиля обычного огнетушителя не хватает, чтобы справиться с огнем. Огнеборцы советуют хранить в машине либо сразу два, либо один огнетушитель, но объемом не менее 5 литров. В случае со сгоревшей «Газелью» стандартный прибор с пламенем справиться не помог. Подобное ЧП уже не первое для станции скорой помощи за последние годы. Такая же «Газель» сгорела в 2009 году. Сергей Курбан, Александр Осенков, Вестник Северодвинска.